Елабай Якутия Сахар Республикатын аты Эрген промышленной палататын саңа бұрайеген үләті амалу ұттан сағаланна. Палата президенті Марина Богословская салаятчылақ, отут үскейлік, рабочай бөлің, бір күн ұстата аммағы үләті. Бұ бұрайек сүрін исқоғанынан республикаға урбан айгатын сайынларыға саңа бұрайектары келдері, біргіл әлігі жылабай партнердары болу, онтан да атын қайысқаға сыллақ сұруқтақ үләні үйті болар. Итені бұйыл аммалуға рытылықтақ адаптивный спартакиадаға, әйел олонқы ғығар урбаниттар түгі күз болалыра сарбаға соқ. Ол күрдің ғылжыттары көрсі, түәрі, асуел бапростарыны білден тұран туризм қайысқатынан жарықтанар урбаниттар бұғар ұқтыра. Бұл білімденейлер бітін баратын ғылы грамотына, ұлтшылы тәққа баратын білімден құқ бар, ғыстепдейіністі ұлттан ағалан, туризм мұтығар тие, кафелар бұд, гостиницалар бұд, барата құсқай көстіуле, құқ бар, жону көрсөйін сейірі туыма, ғатыйты, даже сервировка стала, кирен туран, құқ бар мероприятиялар барата кирен туранлар. Мұны тағынан тұрпуы промышленной палатаны мүнгі бәбіт предпринимателер бұд, кең әйгеға атыйғы таққаларығар түгі күйс болуға, онына бәбіт оңырын тағары продукциялар бұдан әне қалғы атыйғырға. Бұл сәрехеген бұл баққы жы бұл құқпыт тағырын таққырға дейін. Бұл үнігі ғылларға әлбәқ маннық тәрәхінде мәліприятиялар болуқтыра, әлбәқ семинардары ұтықпыт, әлбәқ мастер-кластары ұтықпыт, бәбіт бұл предпринимателер бұтары бұл баққа орсай амал ұғын социально-экономическай қайды ұтығар. Әлбәқ көміні ұтықпыт, әлбәқ үйрағы ұтықпыт, ананықтан тілегерге бәлеммет. Онна ұрдағы жүй настрой бағы мастықы мәліприятияны ағалады бұт. Көрсуі бір сүрін чағығыр ұлыз жағалтыта бағылық Степан Кузьмин, онна Делавая Якутия Сахар Республикатын аты әрген промышленной палатата, Сахар Республикатын ұғылжытымсақ болу ассоциацията біргүл әлігіге сөпілін түәрістілер. Проект «Деловая Якутия» является специальным проектом торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия. Он родился вот буквально в январе, когда мы подумали, чем же торгово-промышленная палата, как крупнейшее общественное объединение, действующее в интересах предпринимателей, может быть полезно в рамках года труда, объявленного главой Республики Айсен Сергеевичем Николаем вот на 23-й год. И вот родилась такая идея – объединить все проекты, все наши возможности, а их много, вот под единым проектом. И вот, собственно говоря, сформирована такая вот бизнес-миссия, такой бизнес-десант. И вот первым был выбран Амгинский улус. Вы знаете, это всегда такая двойная работа, да, то есть мало иметь какую-то идею, надо еще на кого-то опираться, кто поможет эту идею реализовать. К счастью, на самом деле, в Амгинском улусе очень активное предпринимательское сообщество. Есть предприниматели, которые являются членами торгово-промышленной палаты. Конечная наша цель – это содействовать развитию бизнес-климата, предпринимательского климата в улусах республики. Потому что не секрет, что, конечно, столичные предприниматели обласканы, да, они близко к мерам поддержки находятся, близко к информации. К сожалению, наши коллеги в сельской местности лишены такой возможности. И вот наша задача – привести знания, привести опыт, делиться этим опытом. А для того, чтобы легче нам было сотрудничать с предпринимателями вашего района, мы подписали вот сегодня соглашение, в рамках которого взаимодействие значительно облегчится. То есть не надо будет каждый раз уже говорить и напоминать, кто мы такие, чего мы хотим. В соглашении все сказано. И вот нам остается только вот поддерживать проекты амгинских предпринимателей. Ну и будем взаимодействовать на благо развития вашего улуса. Сахар Республикатын ғылжытымсақ болу ассоциацията аммалуға туристическі қайысқаны сайынлар әргәрі, саңа проекторы олоқы келдер әргәрі күйіз көмі болуға. Маныға ассоциация ұлы сұрбаниттары ғар анал өрақтары, мастер-кластары тәриені тарға сұрунар. Основными большими проектами нашей ассоциации это является, конечно, организация крупных таких фестивалей для событийного туризма, как «Вкус Якутии». Мы развиваем гастрономический туризм в Якутии, и за 10 лет уже данный проект имеет высокий уровень организации и известность на федеральном уровне. Сейчас уже, когда говорят о Якутии, гастрономический туризм,
сюрпризом на карте, гастрономической карте России. Мы знаем, что это строганина, это индигирка, это сугудай, это оленина и жеребятина. Да? По всей России уже знают, если хотите попробовать, приезжайте в Якутию. Вот это основное направление развития нашей ассоциации. Конечно, Амгинский район – это место развития туризма. И все знают, что основной поток, который семейного отдыха, хочет отдыхать здесь, в Амге. И мы как ассоциация предложили администрации, да, Амгинского района подписать соглашение для создания условий развития наших предпринимателей, нашей сферы, для создания развития условий гостеприимства, повышения сервиса, качества. Ведь каждый турист, наш житель, да, хочет почувствовать себя в комфортных условиях, вкусно поесть, и надо этому учиться. И здесь вот очень важно, на сегодняшний день есть требования законодательства, а это именно классификация средств размещения. В этом направлении мы тоже будем активно работать. И в рамках соглашения мы вот сейчас планируем это аудит всех туристических объектов, это проведение мастер-классов для наших предпринимателей, которые занимаются в сфере общественного питания. Это для тех, кто принимает гостей, вплоть до того, чтобы каждый житель Амгинского района понимал, что если мы создадим условия комфортного пребывания туриста здесь, в Амге, то каждый предприниматель на этом сможет заработать. И вот такую цель мы на сегодняшний день для себя поставили. И в этом году будет большая подготовка к предстоящим национальным вот спортивным мероприятиям, да, и, конечно, подготовка к следующему году с эхо Алан-Хо. Поэтому сфера гостеприимства должна развиваться. Тирэйин чирчитин алгыс сынылан кейнегер республика билдер көстер урбаниттара агорутум ювелирная компания. Тирэх сунтар луттана барынне онна сироп оңырар тарилтэ. Миннегес бурдук астах сладкие мечты фирма. Амма луғын уран тарпақтақ мастардара Ульяна Михайлова, Степан Прокопьев, Георгий Олесов лохтохторгы выставка ярбанканын тарилдилер. Нахарстахан самый сытык турар береметегер бейлерин миссияларын өйдөннөр бу билигин экологический тоха вопросторга биге олсан үлөлү ижабыт ол курдук кулабыра үйүнөрү үйнөйлер битегер тохтаганы химическое удобрениени туттубакпыт баратын органическое удобрениени туттабыт онна мульчированиенин кулабыра Былырын коротка, центральный округка, тыгынчаттан такса, көк үйнайыны олыттыбыт. Сайды бара турар, беге миятерлтебит, хайда турар, ол курдук буквально ақсынны ұйттан бейбит, керамическая мастерской арайбыппыт. Арайдыбыт, онна ол үлетін бу қаян күрдіре келдібіт. Бүгін беге бу аммалығын балғырын хелегеттен, Айылға бәліға ден аттамыд. Устинов Степан Прокопьевич амма той еден болуырға бар тойттан оңықтары кеттілер. Оны күтті мен бәйім бұл айылға ұт ұтыттан, мағаттан, сирен ағаттан оғыр бұд тұлықтардың ұрастыр, арчылыр, ұттыр бұна бордары, тос қарысқалылары, аға, әтімдік падарычына бокстары оңыран келдерді бейт. Балай тәуір болы жарықтамыдым. Аға, жон бұлағына бәйті айылқаттан бәйтегер хөп болары құрудын ұлан бәбдер үйнер отторынан, чей аңыстан ехен, сирастарын сиен қомуян әтінің бартын дұру бердің бұғыр көтірі білген хүлдәғын нада. Білім ті арағыны ғырылы кәнелерттен ті ковид кәне әті оғу ба актуалыны болына білген кейін иммунитетін бұғыр көтіріқтәғ. Оны осайынан бұл
жені оту кігіні бәйтін растана жүгуролата айлардан, айлға бұрдыттан, сірпі дөйдіпі ішілердің көрдігі мақтана сылджар кәмет білеген көкелі. Урбаниттар өбі сөпкі тұрыға, туғаныға аналлақ лексиелер еттілер. Саха ағын өлін астағыңа білділіләк шеф-повар Николай Атласов мастер-клағығар гастрономической астолуғар сырыттылар. Қош күнділі, Ана трасмата бути чи була на ванна, помітив дарту сітала, да? Оно нам там я ойовол уклаю. То есть ванна картинка ва тохнадне. От кюхам нада, кхылам нада, то есть радого бутук полам нада. Кочо хаскат верга чи. Да? Николай Атласов шеф-повар келен ванна мастер-класс көрдүрдү. Кенеттен түргенлик бу түрген айылка словиятыга кайта түргенлик беги сахалы астап бетен астай кысыбын бейбит эңемтелер кайта оттор бутун мастап бетен кайта туттур кысыбын оны кайта керге тек кысыбын кени начой дикке сәте мынуттан маны мандык тоқтар мастер-класстар элбек бияка сахалы бейбит түрү тастар бутун түргенлик астаһыңа жоңго кайта кадырбайдырга тугу-тугу кытта туттарга элбекти кепсире бет ол сүчүгө бул деген эте демит сүрдөгөн сеңер дебит он астындыбыт оннаттан кене астарын бу бихи холобура ичүгө кере айыгала амма кытлыгар тастарга токтану атын ого кене уахыл жамбыт таска кайда касты касабына мен кепсете эдинде холобура бихи слове дер олак надала кабит жанатым ондан ха сеңер дем сөбүлөйдүм. Мен була бу хебеккелери көрдүм. Башка бартын көрдүм. Була бу хебеккелери хаятым. Мана же бети үнүрөр хилди. Аны саддан себекке хеметтен алдым. Үстүлөр кайып кете. Үнөр кете. Аны ча пробалдым. Аммалык доктор урбаниттары даганы бүтерәһинден алус астынан элбәге билән көрән саңа проекттары табулан салгүлләргә бигә саналактар хастылар. Билен булганы билингәмгә без база бар. Инке айдыгаме бу турортны нәле курдук. Антон бәкәтчиләр кем атылыр, кем ретор өңөнөр, кем ретор мерпләтерлән катчылар, мәрәттән антон катчылык тапыттен. Халан бу семинар келип, предпринимательлер онда туризм айналарга. Антон бәк халы билди бит, саңа кайыскалары көрдү бит. Оннан Олыққа келдерен халқы дәшілер еппетте ғаны өн. Дірәйін түмігінен Делавай Якутия Сахар Республикатин аты әрген промышленай палататығар член бұғытынан ұлғыстан әбей он урбанит керерге бәйетін бағасын атын білдерді. Оның аммалуға туризм әйгетін талыру бағылырығар ұқ бар болды.